Жанна Свежок. И сегодня я немножечко похвастаюсь, потому что смотрите, какие боксы мне прислали. Это Mystery Box. Офигенные сюрпризы. Вы только посмотрите на этот дизайн. Черная матовая коробка с розовыми надписями смотрится просто шик. Так вот, ребят, кому понадобится эта клевая коробочка, все ссылочки будут в описании. А прежде чем мы начнем распаковку, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайке и на мой новый инстаграм. А теперь погнали! Ну что ж, давайте начинать. Так, с какой мы коробочки начнем? От коробок идет очень вкусный запах, но я не знаю, какой именно. Но очень приятный. Так, пахнет вот эта коробочка. Так как я сейчас веду трансляцию в лайки, я сейчас спрошу у своих подписчиков на трансляции. Ребят, с какой коробочки начинаем? С которой пахнет или нет? Так, пишет. Давайте, с которой пахнет. Зрители выбрали эту коробочку, поэтому эту мы отлаживаем, а эту открываем. Итак, я вам буду показывать коробочку, но первое увидите вы. А так как я веду трансляцию, я могу немножечко подсмотреть. Ну что, давайте начнем. Смотрим. Так, давайте, смотрите. Вау, ребят, смотрите, это такая повязочка оранжевого цвета. Я очень хотела такую штучку у меня, потому что никогда такой штучки не было, повязочки. Поэтому я очень такую хотела, она очень клёвая. Тут написано, о май гад, о май гад. Сейчас. О май гад. Мне очень нравится. Так, дальше у нас идет вот такая вот маточка. Банана или как? Банан. Вот такая вот маточка банан. Очень клёвая. Обязательно попробую. Давайте отложим. Так, дальше у нас идет бомбочка, ребят, бомбочка для ванны. Очень крутая, такая маленькая, миленькая. Она очень вкусно пахнет, не знаю, какими-то конфетками. Она очень вкусно пахнет, поэтому сегодня будет ванна. У меня никогда, кстати, не было бомбочек для ванны. Я их никогда не видела. Так, дальше у нас идет вот такой вот блеск, ребятки, вот такой вот блеск для губ фиолетового цвета. Он мне очень нравится, сразу же говорю, он мне очень нравится. Так, давайте его откроем и попробуем. У меня руки трусятся, потому что тут все очень крутое и не могу достать все быстро. Так, вот, открываем. Он тоже очень вкусно пахнет, очень крутой. Ребят, простите, меня просто переполняет эмоциями, да просто очень все круто. Золотая расчесочка! Ребят, кто не понял, это золотая расчесочка. Так, дайте, где ее открывать? Вот, смотрите. Я не могу открыть. Помогите. Ой. Помогите, я не могу ее открыть. Очень крутая. И тут такая крышечка. Тоже крутая. Так, давайте закрепим вот так. Я, конечно, логик. Нет, я лучше так не буду. А то еще уроню и сломаю. Не хочу. Так, давайте сюда аккуратненько положим. Так, дальше у нас еще есть еще две маточки. Уточка. И собачка, тоже обязательно попробую. Поэтому, ребята, ждите, я буду уточкой или собачкой. Круто. Так, дальше у нас тут есть шоколадка, конфетка. И это у нас бальзам для губ, смотрите. Опусик. Так, это у нас с кокосовым маслом. Круто. Я как раз обожаю кокос. Давайте его быстренько откроем, тоже протестируем на вторую помаду. Так, надо его аккуратненько. И
ножку с другой стороны и выталкиваем. Так, смотрите, вот такая она прикольная, такая белая. Простите, ребят, меня просто трусит, потому что это все очень круто, очень красиво, очень ярко, необычно. Так, давайте попробуем. Пахнет очень вкусно. Очень вкусно. Все, это моя любимая помада. Больше никакие не купил, кроме этого. Это очень вкусная помада. Дальше у нас напоследок вот такая вот коробочка. Это у нас, походу, ароматизатор. Фиалка. Давайте я попробую аккуратненько открыть. Так. Для меня это сложно. Ребят, я отклеила. Это у нас ароматизатор. Вы только посмотрите, какой он крутой. Так, давайте попробуем его достать. Ну-ка, пока. Сложно. Так, давайте попробуем. Вот, вот так вот, но нужно как-то придерживать. А, давайте его положу аккуратненько и достану. Так, аккуратненько. Ой. Вот наш ароматизатор. А вот тут вот сам ароматизатор. Фиалка. Давайте его тоже достанем, я вам его покажу. Так, аккуратненько. Вот, вот так вот, смотрите, какой классный ароматизатор. Это нужно, походу, наливать туда, и будет очень вкусно пахнуть. Давайте я попробую. Только уберу коробочку. Вот сюда вот. Давайте попробуем. Так, тут еще пимпочка. Я ее попытаюсь сейчас быстренько открыть. Вот, у меня уже получилось открыть. Очень вкусно пахнет. Давайте попробуем залить. Теперь нужно подождать, и оно будет очень вкусно пахнуть. Давайте поставим сюда и закроем. Очень крутой бомб! Мне очень все нравится. И обязательно я одену эти масочки. Банан. И вот эту, и собачку, и уточку. Мне кажется, я буду очень красивой уточкой и собачкой. А мои зрители на трансляции будут голосовать, какую маску я одену. Уточку или собачку. Ребят, поэтому голосуйте, и я одену. Так, пишем, пишем, ребят, пишите. Потому что все разные ответы. Собачку, уточку, собачку. Так, больше ответов за вот эту маску, поэтому эту маску мы оденем. Хотя потом и это все равно одену. Я буду красоткой. Сейчас мы протестируем нашу масочку, уточку, оденем правильно вот эту вот на голову штучку. Одеваем, поднимаем немножко выше, чтобы не запачкать. Открываем нашу уточку. Так. Открыла. Давайте достаем нашу маску-уточку. Смотрите. Так, положим это аккуратненько сюда. Открываем ее. Разворачиваем. Так. Аккуратненько. Смотрите, какая уточка! Ой, она тут не открылась. Давайте ее откроем. Так, смотрите, с какой стороны ярче. Наверное, вот эта часть лица. Носик, вернись на место. Смотрите, какая уточка классная. Сейчас давайте. Одеваем. Как раз оранжевая штучка очень хорошо подходит. Теперь я не могу говорить хорошо сильно. Сейчас надо ее развернуть, и она там завернулась. Мои коты занимаются очень полезным делом. Вот, теперь я уточка, красивая уточка, капля. Мне очень нравится, что подходит к этой штучке. Очень подходит к этой повязке. Смотрите, какая красная. Маска очень увлажняющая, но хорошо говорить, у меня не получается. Маска очень крутая, увлажняющая, теперь будем ждать.
Мишка, я в луже. О, а давайте потанцуем тренд в лайк с этой масочкой.